Вот когда начинаешь думать, итак, если у тебя отец есть, и ты попросишь хлеба, подаст ли он камень? Попросишь рыбу, даст ли он тебе змею, а рыба-то на змею как похожа-то? А камень, а хлеб и камень похожи. И попросишь яйцо, даст ли скорпиона? Итак, Господь просящим даст Духа Святого. Не написано, Духа Святого просишь. А ты хлеба просишь, а он даст Духа Святого. Ты просишь рыбу, а даст Духа Святого. Почему? Потому что все собой наполняет Дух Святой. И ты в Духе Святом воздвигни этот хвалебный гимн днем и ночью Богу. Мы на земле должны уже сейчас так соединиться с Богом, чтобы переход из этой жизни в другую не был для нас трагедией. А мы знаем, это должно быть. Я освобождаюсь от тленного тела. И мы сродниться должны с ангелом, потому что между ангелами и человеком перегородки не будет. Там вместе воспевает хвалу Богу, как откровение написано. Понятно я говорю? Это вы говорили там на проповеди. Да, это я на проповеди все это сказал перед народом. Это все записано и в интернете стоит. У нас очень... Мы оставили квиточки тебе. Подашь ей тогда. Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее, чем лака, улетает вперед. Если есть осознание краткости, то в эту краткость надо все время вплетать все таланты свои, чтобы успеть их развить и отобразить. Бог-то потребует таланта. Один талант зарытый оказался. А 2 и 5 принесли плод. А как я узнаю, какой талант? Это я разговариваю иногда. Братья, сестры свой талант не знают совсем. Я говорю, а ты молишься о том, чтобы он раскрылся? А как? То есть совершенно не знают. Священники почему этому не учат? Талант не раскрытый, закопанный. Свяжите по рукам и ногам и бросьте во тьму внешнюю. Считала? Значит, отсюда вывод надо делать, что как мне Бог это открыл, я должен дать другим, чтобы все свои таланты развить. А для этого у Бога надо просить советников, помощников и наставников –